И всем привет, друзья! С вами Малдра, у нас Resident Evil 2 ремейк. Поехали! Так. В прошлой серии мы, значит, нашли. Это карта, это не то мы нашли. Вентиль нашли, доски нашли. Вот. Сейчас я предлагаю сходить за в оружейный в тот вот шкафчик за дробовичком. Отлично, погнали. Негр, интересно, там не сдох еще, не двинул кони? Ну, скорее всего, нет. Мы об этом узнаем, когда он двинет кони окончательно. Нет, шевелится, смотри-ка. Шевелится, значит, живой. Все, будет жить. Будет жить. Бляха, а ты откуда тут взялся? Мы же вроде бы всех того. А, стоп. Мы этого-то... На сколько патронов-то? 28 патрончиков, это, конечно, маловато. Это полицейский, я же говорил, он оживет. Я же вам говорил. Тихо, блядь. Тихо, нахуй. Не ори. Сейчас мы вот сюда зайдем. Побежим. И возьмем, ёб твою мать. Его. Вот это, я так полагаю, использовать. Совершенно верно. Там патроны, кстати, лежат. Открывай. Есть, да, детка. Патроны берем. Сюда. Дробовик. W870. Слушайте, вот это вот, конечно, круто. В том плане, что дробовик занимает только одну клетку. Я не помню, в каком-то резиденте дробовик или во всех ли старых занимал две клетушки. Слушайте, а нам надо его как-то это самое. Нам надо его на циферку поставить. Как это сделать? Быстрый доступ, вот. Быстрый доступ. А давайте сюда. На троечку, как обычно. Пистолет будет на двойке. А дробовик на тройке. Работает? Работает. Заряжаем. Сколько у него патронов? Сколько он может с собой переносить? Вот, отлично. Слушайте, он даже на спине он появляется. Нихера себе. Нам надо найти в душевую. А душевая у нас на втором этаже, по-моему, если не ошибаюсь. Душевая, галерея. Это что такое? Галерея, полицейский участок. Дисковый замок, отверстие для рукоятки вентиля. Вот как раз мы же с вами вентиль-то нашли. Но я почему-то, я тут между сериями подумал, прикинул. А в оригинале вот такой подобный вентиль... Мы с помощью его... Что-то, блядь, мы с помощью его делали. Я вот не помню чего. Что-то с вертолетом было связано. То ли тушили мы с помощью его огонь. Что-то открывали, какой-то гидрант. Что-то такое было. Хорошо. А вентиль у нас находится... Где ты? Хоп! Опять, смотри-ка, притворяется, блядь. А может, не он был? Да как не он? Эй, хуила! Да точно не он. Во, еще один. Не, мужики, давайте я вас трогать не буду. Они медленные. Медленные, это большой плюс. Можем не стрелять их всех. То есть, в общем-то, пробежать просто-напросто. Это на самом деле охеренно. Тут ничего мы не потеряли. Дайте-ка я сохраню сейчас с дробовичком-то. Как святое дело сохранится! И побежим в душевую. В душевую перекрывать пар. Тот сам что такое? Тут что-то качнулось. Хер его знает. Сейчас перекроем пар. И пройдем. Глянем, что там находится. Бля, что-то щелкает все тут. Я, блядь, не в то крыло иду. Ёпарасоте. Не в то крыло иду. Что-то все подстукивает, шумит. Я просто погромче себе сделал сегодня. Звук. Библиотека. Библиотека. Тут тоже все. Смотрите, блядь, у него очко прострелено. Вот срать теперь, милое дело, блядь. Просто сел на унитаз. Раз на, за секунду. И все вывалилось. Хорошо. А куда же нам идти-то? Нам надо... Библиотека. Блять, ничего не понимаю. Ну-ка, подождите-ка. Где же у нас проход-то? А, да, нам еще рука... Слушайте, они ведь точно живут. Когда-нибудь. Может быть, залезть наверх?
Так, ну-ка давай-ка, залезай. Тут, тут где-то есть проход, и мы ведь прям... А где проход тут есть? Мы ведь прямо... Ух, блядь. Мы тут были? Были. Вот, проход. И мы окажемся прямо около этой душевой комнатки. Тише, 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 блядь, что-то шумит, что-то... Кто-то пошевелился. Блин, игра затягивает просто, пиздец. Ага, это что? Это ничего. И еще хочу вспомнить, мы увидели какого-то тут... Фу, бумажка. А как мы ее пропустили? Всем выжившим. Тебе не повезло выжить? Тогда слушай внимательно. Что это такое означает? Тебе не повезло выжить? Это типа обращение к трупам пишет, что ли? К мертвецам? Берегись жутких ублюдков, с которых будто кожу живьем содрали. Мы их зовем лизунами. Они слепые, как кроты, но с лихвой компенсируют этот недостаток острым слухом. Если не будешь бегать, как дебил, поля во все, что движется, то сможешь проскользнуть незамеченным, скорее всего. Короче, советую быть, как моя бабка, еле шевелить ногами рядом с ними. Ладно, было приятно поболтать, но труба зовет. А еще мне нужно отомстить за друга. Дэвид, я в курсе, что такое лизун. Я же старый резиденщик, и это был он. Я уж не стал вам тут говорить. Интригу пытался сохранить. Лизун та еще скотина. Та еще тварь. Я вот забыл только... Что такое, блядь? Я вот только забыл, что он глухой. Сейчас мы доберемся до душика. Примем душ. А может быть даже ванну. И станет полегче. Полегче. Но меня вот тут еще, знаете, что вот интересует? Вот эта вот фигурка. Блять, тут она, наверное, не просто так. Глобус. Глобус тоже нет. Глобус тут просто так стоит. Не зря ее поставили. Не зря ее поставили прямо перед фонарем. И она вот, и чтобы тень падала на стену. Блять, да где эта сраная комната? Ёпта мать. Я на третьем этаже, мне надо вниз спуститься. Где-то же здесь прямо она была, рядом. Рядышком. Трупецкий. Живой? Нет. Не живой. Мы же его замочалили. Кто? Ну, там еще один валяется. Вот здесь вот она была вроде бы. Ну что такое? Кто, блядь, тут? Кто так сделал? Кто? Шумит. В темноте. Здесь мы ничего не пропустили? Да нет, вроде бы тут мы все... Все, смотрели. Пойдемте в душ. Как раз здесь меня так слегка напугал вот этот вот джентльмен. Газета не читается? А стоп, а еще ящик тут мы не открывали, что ли? А, тут пароль. Пароль. Хорошо, значится, давайте-ка мы с вами вот этот вентиль сюда запсочим. Использовать. Перекроем пар. Замечательно. Замечательно. Блин. Сейчас хотел на F. А, это этот самый. Как его, господи, называет? Бойлер. Хотел на F5 нажать. Как в современных игрушках. Хер там, разрабы постарались. Блин, как вода нарисована. Охренеть, блядь. Вон, еще один. О, смотри, смотри. О, ждет в своей очереди, блядь. Вот сто пудов он живой. Сто пудов живой, скотина. Сейчас дернется, блядь. Стоп. Ах ты, сука. Меня этим не напугать. Это прям читалось в его позе. Что за херня, блядь? Где что-нибудь тебе хоть дайте? Там, я не знаю. Так, инвентарь. У нас сколько ячеек? 4 ячейки свободных. По-прежнему нам надо искать кнопочку. Кнопочку, кнопулечку от пульта для того, чтобы взять сумку побольше. Порох, что ли, да? Давай, бери, ты чё? Вот сюда его. У нас пороха, хоть жопой жуй. Я, правда, не знаю, сколько из двух баночек патронов получается. Так. Фонарик, Трупецкий, где мы? Мы здесь, в длинном коридоре, а мы
Смотрите-ка, тут какое-то помещение, в котором мы не были. Оно огромное, на самом деле. Потрошки. Потрошки для дробовика. Ну-ка, давайте-ка выберем. Сколько у него вообще? 8, что ли? 4? Это... Я думал, у него 4 в обойме-то. Ой, господи, думал 8 патронов в обойме. Нет, нихера, только 4. Это резко меняет дело. Women's... так, это комната для девочек. Я понял. Сука, только не шевельнись. Ах ты, блядь, что за херня? Боже, это еще что такое? Я не знаю, чувак. Оно? Ну это лизун. Да его, насколько я помню, не так уж сложно-то убить было. Ёбаный случай. Даже не знаю, что делать. Может быть, попробовать замочалить? На нахуй. Ой, ой, наверное, что-то... Эх, твою мать! Нихера себе, лизунчик на... Тихо! Дробовик, блядь! На, тварь, блядь! Сука, да он не сдох, нахуй! Вы видали, как я... Как... Этот, блядь, мозги вышиб, нахуй, хотя они у него наружу были. Стоп, 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 Леончик, блядь, ты плохо себя чувствуешь? Внимание! Не, пока лечиться не будем. Внимание, это еще не сдох. Внимание, это еще не пиздец. По-моему, опасно. Охренеть. Ну, я помню, что она быстрая, эта хрена. Офистар, слушайте. Я помню, что она быстрая, блядь. Ну, не до такой же степени, это вы че? Дайте я по коридору пройдусь. Я очень надеюсь, что она одна была. Что у нее тут друзей поблизости нету. Травку бы найти. Лен как дышит. Вот эта дверь открывается? Что нахуй? А, открывается. Открывается дверка. Это мы куда выйдем, меня интересует. Отлично. Отлично. Мы нашли статую. Статуя что-то лежит. Так, порох. Сейчас придется нам порох-то объединять, я так полагаю. Патронов очень-очень мало. Карта, ёб твою мать, карта второго этажа. Карта верхних, верхних даже этажей полицейского участка. То есть второго, соответственно, и третий. Офис Старс, оружейная, прачечная. Крыша, офис шефа, третий что там? Охренеть, тут сколько помещений-то. Ну это вообще отлично просто. Игра охренительная, поэтому чем больше тут будет помещений, тем лучше. Эх, пароль. А у нас пароль-то ведь был. У нас сейчас мы найдем блокнотик. Так, использование пороха. Высококачественный порох. И у нас, кстати, есть высококачественный порох. Мы можем патроны для дробовика себе сделать. Только вопрос вот в чем. Сколько... Сколько, допустим, патронов получится у нас при смешивании пороха? Вот что меня интересует. Может, одна пачка всего? Смеялись, что ли? Что так? Стоп, а ты кто у нас такой вообще? Лось! Блокнот офицера. Где он? Лось! Эх ты! А на лосе-то, блядь, не видать нихера? А как мне поближе сделать? Я же не вижу. А, вот, видать. Рыбы, скорпион и кувшин. Рыбы, скорпион... Или ракли, блядь. Нет, наверное, скорпион все-таки. Рыбы, скорпион и кувшин. Просмотр досье... Тап плюс Е? Что? Просто хуй знает, что это такое было написано. Так, рыбы, скорпион... Где рыба-то, блядь? Вот рыба. Эй, тихо. Скорпион и кувшин. Вот. Ну, так, мы еще один медальончик нашли. Останется только один.
Только один медальончик. Кстати, у нас есть еще книга, которую пластмассовая, там какая-то книжка, она лежит внизу в ящике. Медальон с единорогом. Которую нам надо будет засунуть вот этому королю. Слушайте, давайте по порядку пойдем, пойдемте в Office Stars. Office Stars нас ждет. Это он? А, нет, это не он, это у нас комнатушка с бубнами. Комнатушка с бубнами, хорошо. Тут травы-то нету у меня, травы волшебной нету. Нигде. Нет, ну в офисе Stars по-любому есть какая-нибудь аптечка. Это же Stars, черт, там и оружейная, судя по карте, находится. Открывай. Открывай, здесь где-то кабинет, господи, кабинет. Да, офис маленько по-другому сделал. Здесь вот был стол шефа, я помню точно. Здесь где-то стол Криса есть. И в оригинале цветуёчек. Блин, красный цветок мне не нужен, наверное. У меня хотя есть аптечка так-то, но не хочу тратить. И в оригинале при выходе из этой комнатушки должна прибежать Клэр. Она... Енот, блядь. А, ну все правильно. Мы же в Ракун-Сити. Ракун переводится как енот. Высококачественный порох, отлично. Вот жаль, что здесь нету этого самого. Да, Дарт. Коробочки нашей. Нашего сундука здоровенного. Там, опа, аптечка. Да, замечательно, спрей взяли. Есть. Хотя, может, сейчас бы ее и стоило бы... А, погоди, стоять. Так вот же офис-то, я так понимаю. Или что это такое? А, они переделали кабинеты. То есть они его в отдельную какую-то комнатушку засунули. Патроны. Патроны. Как нет места для снаряжения? Что это? Вы что, балдели, что ли? Блин, так ведь и придется жрать траву. Давайте съедим. Что там? Ну-ка давай ешь, использовать. Хорошо. 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 Давайте сразу дробовик-то мы перезарядим. Здесь что? Граната. Что там написано? Made in heaven. Какая-то куртка рокерская. Гранату. Гранату брать не будем. Комп. Нас интересует комп. Вот. И кабинет директора. И как открыть вот эту хреновину? Там что лежит-то? Там лежит у нас пистолет. Так это магнум, блядь. Только не барабанный. Так. Так, флешка, что ли, тут что-то читай? Надо за... Кнопка. Нет, ну наверняка что-нибудь тут надо. Какую-нибудь флешку засунуть, судя по портам. Закрыто. Failed to... необходимо подтвердить профиль. Вставьте электронный ключ в USB-порт. Я понял. Вот. Надо нам найти какой-то электронный ключ. А электронный ключ, наверное, находится в кабинете... У директора, вот это он. Блять, батарейка нахуй. Ко мне ее положить некуда. Бумажка. Бумажка. Нахрена нам батарейка? Служебная записка. 22 сентября 98 года. Записка о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф с комбинацией из трех чисел перемещен из офиса Stars 2, второй этаж, в западный офис, первый этаж. Комбинация 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Изменить ее сразу после получения записки. Отдел снаряжения полицейского управления Ракун-Сити. Это где у нас стоит-то сейф-то? В западный офис, первый этаж. А я знаю, где это находится. Там, где, короче, ходит мужик. Ни живой, ни мертвый. Подождите, бляха-муха, нам надо где-то комнатуху найти, черт. Ну-ка, где карта-то у нас? Комнатушку, куда можно скинуть все барахло? Прачечная. В прачечную проход закрыт. Это что, домкрат, это библиотека. В холл, добежать до... Ох ты, ёпта, а как я добегу до холла-то? Подождите. А до холла-то я не добегу, ведь... Там лестницы-то нет рядом с этим
рядом с этим единорогом. Я бы, может быть, даже и доски скинул бы, потому что они, по сути, сейчас нахер не нужны. Но на втором этаже у нас тут комната с коллекциями, офис шефа, крыша, запасной выход. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Это что такое у нас? А, световая граната и батарейка. Блин, как удобно вот это сделано. Все показывается, черт возьми. Все показывается. Библиотека. А это что мы пропустили? Дисковый замок. Дисковый замок нас не интересует. Ну, а по сути, а что нам остается делать-то? Мы не можем ничего взять. То есть, траву даже вон не можем взять. Не можем ничего взять. Пойдемте тогда. Переместимся. Ну-ка, я посмотрю тут еще разок. Тут точно, что ли, нельзя вылезти отсюда? Спуститься на первый этаж? Нам надо комнатушку найти с этими самыми. С ящиком. С ящиком, с сохраняшкой. А где вот ее найти-то? Может, тут? Ага, это у нас библиотека. И это библиотека. Стоп, а на третьем этаже где она у нас? Блять, забываю все время, что карта на М есть. Холл. Холл, холл, холл. Дисковый замок, библиотека, часовая башня. Восточная кладовая. Слушайте, нет, на третьем этаже тоже нет этой комнатушки. Ну ладно, что, пойдемте. Тогда. Тогда, да, тут он два шага на самом-то деле. Сейчас мы все скинем. Сейчас мы все скинем с вами. Там трава у нас значится, граната лежит. И батарейка. Все это надо будет забрать. Так, мусор шевелится. Шевелится. А, погоди-ка. Так мы сейчас еще и символ поставим. Медальон. Так. Опа. Угу. Медальончик воткнули. Замечательно. Идемте дальше. Сейчас по всей... Доски тоже выкину нахуй. Они, может, конечно, как-то и пригодятся где-то. Но потом. Но потом. Порох. Так, хранить. Порох хранить. Порох хранить. Доски туда же. И высококачественный порох хранить. Блин, давайте-ка я тогда бутылку оставлю. Возьму просто смесь трав. Достать, так будет грамотней. Так, давай-ка сюда переесть. Да не объединить ты, ёпта мать. Вот сюда давай. А, перемещать нельзя, что ли? Нихера себе, блядь. И пойдемте дальше. А, стоп. Тихо. В ящике у нас патроны есть от дробовика. Вот, 6 патронов, нихера себе. Отлично. Отличненько, давай сюда переедь. Вот, замечательно, что все в куче лежало. Траву взял? Траву взял. Сохраняемся. Сохранение не выключайте. И пойдемте добежим прям по бырику. До полицейского, господи, блин, до этого самого. До офиса Старс. Все соберем там. Потом решим. Что дальше делать? Надо будет идти в соседнее крыло, я как полагаю. Вариантов у нас немного, на самом деле. Бляха-муха, я все время подвох вот жду. Ну какая-нибудь сволочь обязательно очнется. Че тут такое? Карту взяли, все взяли, ничего тут больше нету. Трава. В гербарии. Смесь трав. Опа! А, нет, труп-то был вот здесь вот. Что-то, блядь, застрял. Да, труп вон. Труп здесь. В рубашках нет? Ничего у нас? Нету. Хорошо. А стоп, а подождите. А вот это окно можно заколотить как-то? Нет? Нет. По всей видимости, только окна первого этажа можно заколачивать. Значит, что у нас тут? Граната. Берем. Ставим сюда. Граната. Что еще тут? Так, батарейка. Но у любви у нашей села батарейка. Флешку необходимо найти. Тогда, если флешки здесь нету, она по-любому находится в кабинете шефа. Кабинет шефа у нас где? Кабинет шефа у нас офис шефа в другом крыле. Сейчас мы туда и отправим. Блять, а тут подожди, что такое у нас? В другом крыле. Тут что, отверстие для рукоятки.
сука. Отверстие для рукоятки-то у нас нет рукоятки со мной. Сейчас мы что-нибудь тут придумаем. Как сделать, как лучше. Комната допросов. Печатная. Туалет. Комната смотрителя. Здесь как-то по-любому можно пройти через этажи. То есть на третьем этаже у нас где проход? На третьем этаже западная кладовая. Вот здесь мы не были. В часовой башне тоже, кстати, не были. Хотя, интересно, тут дверь с замком каким-то или нет? Или просто на третьем-то этаже? На третьем этаже, хер его знает. Но можно сейчас сбегать. А, трава еще тут была, да? Трава есть красненькая. Замечательно. Все, что ли, у нас тут? Все взяли? Главное, ничего не пропустить, ничего не проебать. А то будет печально, если мы какой-нибудь предметик пропустим. И хочу заметить, Клэр-то не пришла. Клэр не пришла. Может, придет другой раз, когда мы... А, может быть, почему нет, собственно? Когда компьютер разблокируем. Выбежали. Хорошо. Сейчас спускаемся тогда, обратно идем. Через библиотеку, наверное. Так будет поправильней. Ну, наверное, да, так лучше сделать. Ты так смело врываешься. Смело. Я не знаю, не совсем понимаю, для чего нужна батарейка. Нужна, значит. Какой-то сюжетный предмет. Сейчас все выкинем. Выкидываем, значит, гранату, батарейку. Мы не знаем, для чего она нужна. И цветы. Цветы. Дальше идем. Дальше. О, карту можно менять. Хорошо. Масштаб, точнее. Здесь мы не пройдем, как я понимаю. Да, у нас тут закрыта комнатушка. Нужен вентиль. Вентиль. Второй этаж. Второй этаж. Нам надо подняться на третий этаж. Через библиотеку мы это можем сделать. Как раз вот дверь. Ну, тут все, в общем-то, очень близко. Этот самый, какой? Леон бегает. Сейф. Стоять. В каком крыле там было написано? В бумажке. И в каком мы находимся? Так. Записка о перемещении. 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Сейф-то мы не взломали. А там дядя, он стоит, нахуй. Это как я ему так репу-то разнес, ёпшу мать, с одной-то пули. С одной пульки всего лишь. 9 влево, 15 вправо, 7 влево, да, я так правильно понял? Где? 9 влево, 15 вправо, 7 влево. Будем надеяться, что это этот сейф. 9 влево. Так, блядь, не то, подожди. 9 влево. 15 вправо. Сука, перемахнул. Дай сначала. Это интересно, засчитывается. Так, да что ты будешь делать? Подожди. 9 влево. 15 вправо. И 7 влево. Что, блядь? Не тот сейф, что ли? Так, 9 влево. 15 вправо. И 7 влево. Открыли? О, да, детка! Клю, этот самый, сумка. Еще у нас две клеточки появились. Появилось, это замечательно. Ну, отлично просто. И башку этому отстрелили. Это шедевр. Шедевр. А не выстрел. Мы произвели. Хорошо, идемте в библиотеку. Я не в ту комнатушку зашел, куда хотел. Где я? Вот я. Идемте мы сейчас в библиотеку сходим. В библиотеку. Библиотека это у нас... Я правильно иду? Да правильно, что я мозги ебу.
Вот и библиотека. Залезем сейчас на третий этаж. Вот как раз лестница здесь. Третий этаж, и там увидим дверку. Блин, я переживаю, что там замок какой-нибудь будет. Где дверь-то? Вот, здесь мы не были. Сюда мы еще, по-моему, не входили, и на двери ничего нету. Нет, не это. Стоять. А какая? Погоди. Вот та, что ли? Да. Вот та дверь-то. Что? А? Что за хуйня? Ты чё? Леон, да ладно, блядь, ты чё, перепрыгнуть не можешь, что ли? Охренеть, блядь. Почему? Что за ебаный брат? Вот это поворот. То есть бегать может, а прыгать нет? Ну, ё-моё, ну раз... Ёбаный случай. Точно, тут же проваливаешься. Тут же проваливаешься, провал есть. И мы в ту комнатушку-то не подойдем никак. А, стой, блядь, мы же шкафы можем передвинуть. Сука. А нам надо палку. Вот сюда, где ее взять? Тут проваливаешься. А я уж и забыл. А нам надо палку от домкрата, иначе никак. Блять, я ж напугался. Где взять? Хер его знает. Хорошо. Значится, тут у нас пролом. Домкрат. Домкрат написано, да? Я что-то даже вот и не знаю, куда нам идти-то надо теперь. Сейф. Сейчас повнимательнее карту посмотрим. Первый этаж. Мы на первом этаже везде были или нет? Печатная, печатная, запасной выход. Блин, а тут патроны лежат, что ли? Ё-пересеты, а как мы их пропустили-то? Мы пропустили патрошки с вами. Запасной выход. Запасной выход. Я что-то как-то... потерялся. Секунду. Пульт шкафчиков. Пульт шкафчиков. Пульт шкафчиков. Приемная, приемная котельная. Тут вот что-то лестниц много. Так, а тут комната смотрителя перекрыта. Но мы вот эту дверь еще не открывали. Может быть, есть смысл туда тогда сходить? Ну, а что еще делать-то? Я не знаю, тут у нас все было заблочено. Пока что в эту дверку мы не пройдем. Здесь нужен ключ. Запасной выход. Нужен ключ. Хорошо, на третий этаж. На третьем этаже точно мы не пройдем никуда. Ибо. Ага, тут заминированная преграда. Сейчас мы просто определимся, что делать. Нам по-любому нужна палка от домкрата и рукоятка. Вот. Это самые главные вещи пока что на данный момент, которые нам нужны. Я предлагаю сбегать сюда. Да ладно, блядь. Тут целый... Стоп. А тут... Какая-то комната, в которой мы не были. Командный пункт. Да, слушайте. Ничего себе. Ну нет, там она по-любому с замком будет. В любом случае надо сбегать проверить. Ни хрена себе, вот это да. Вот это да, хочу вам сказать. Нам по-любому туда надо сейчас добежать. Проверить. Что-то мы упустили. Сейчас прям по карте пойдем. Так, мы тут все выкинули, все собрали, все проверили. Замечательно. Но тут... А, предохранитель мы воткнули. Пред воткнули. Подожди, я не в то крыло пошел. Нет, не в то крыло пошел. Секунду тогда. Объебалово случилось. Объебало вот так, 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 так. А тогда нам как лучше пройти? Вот через эту дверь? Нет, нам надо через западный офис. Прям выходим из него, и будет дверь, в которую мы даже не тыркались. Не тыркались. Не дергались. Как я пропустил такую, бляха? Да быть не может.
Этого не может быть. Промежуток должен быть. Так. Вот это что ли? Получается. Да. И при чем? Что за нахуй? А почему? Какого хуя? Закрыта дверь-то. Вы чё, ёпты? Здесь нужен... Но она с той стороны закрыта, это по-любому. Командный пункт. Командный пункт. А у нас вот здесь вот что такое просто? Дверь с цепями. Дверь с цепями. Сейчас, сейчас мы цепи-то рубанем. Я как раз не стал выкладывать кусачки-то наши. Я ж помнил где-то еще... Блять, куда идти-то? Сука, тут завал. Оббежать, что ли, все надо? Ёбаный случай. Да, назад идем. Ну ладно, тыркнулись в дверку, проверили, что она закрыта. Объебос небольшой, опять же. Небольшой объебос случился. Здесь длиннющий коридор будет. Я почему-то, вот, когда еще в оригинальном Резидент играл, я почему-то побаивался ходить здесь по этим вот коридорам. Так, подождите, у нас доски-то. У нас доски-то есть между... А, здесь не надо нам латать. Доски-то у нас есть. Что за хуйня? О, смотри-ка, блядь. Ты че, ебаный ты случай? Так, тут дверь у нас с этими, с трефами. Дверь с тре... Оба-на нахуй. Вот-то, в ухо. В ухо прям. Ну, ты чё, куда ты лезешь, дура, блядь? Ты баба? Ой-ой-ой, ой, как много вас. А это гаишник нахуй. Вообще, так. Сдохни, тварь. Сука. А вот куда доски-то нам могли понадобиться, пригодиться. Вы умерли, я надеюсь. Где ты, херь? Прям по коридору. В командный пункт. Ах ты, блядина! Ах ты, бледва, сука. Сдох, что ли? Да, блядь, ты заебал, нахуй, мужик. Ты смотри, какой неубиваемый. Чертила. Не, ну сейчас, наверное, подох. Доски. Бляха, не забыть бы, что тут... Сука, да вы чё, охеренели, что ли? О-о-о! Господа, у меня для вас кое-что есть. Нахуй, отлично! Тварь такая! Да ты, блядь, ты мужик, ты охренел! Вот я тебе честно говорю. У тебя уже башки нету. Но ты только узнал об этом только что. Секунду! Секундочку, я схожу за досками. У нас как раз две доски и два окошка. Это же охренеть. Вот и не бери доски. Черт, два окна как раз. И они прилезли все оттуда. Суки. Где они? Вот они. Достать. Две доски, отлично. Ну, давайте тогда это оставим до следующей серии уже. Сколько там уже? 40 минут серии длится. Все! В общем-то, продолжим в ближайшее время. А точнее, завтра. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.